Ограниченные в здоровье, но с безграничными способностями. В Чебоксарах стартовал третий республиканский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями «Обилимпикс». Промышленная робототехника, кулинарное дело, резьба по дереву, вязание – всего 13 компетенций, где участники раскрывают свои способности. А способности у всех в силу здоровья разные. Робототехника – новое для чемпионата направление, развивает логическое мышление. Художественный дизайн – творческие способности. В кулинарном деле важен подход и мастерство. Участники из одних и тех же ингредиентов готовят разные блюда. Ежегодно растет не только количество направлений, но и желающих принять участие. Этот чемпионат направлен на то, чтобы ребята показали свои возможности, навыки показали, чем они обучаются. И конечный результат этого чемпионата – это, конечно же, трудоустройство. Победители регионального чемпионата примут участие во всероссийском этапе, который состоится в Москве. А пока участники сосредоточены на выполнении заданий. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.